И с вами Шпики, мы продолжаем пройти игру под названием Эволэнд 2. Произошел один казус. Как вы помните, в последней серии, которая вышла, это я выбрался из тюрьмы. Да, то есть мы выбрались из города, сбежали из города. И, в принципе, мы на этом с вами закончили. Но я начал снимать следующую серию, и она не записалась. А как вы понимаете, это сюжет, это новые локации, там боссы, поэтому мне пришлось заново перепроходить игру. И как раз в этот момент, помните, когда мы с вами дошли до этого тюрьмы, когда мы сбегали сейчас с первой части тюрьмы, именно, мы вот пошли наверх и больше не смогли никуда пройти, там у нас мы получили меч и все такое. Блин, я не знаю, как будет, потому что у меня еще рендерится видео, поэтому хер его знает. Ладно, погнали. Это как раз тот момент в тюрьме, который я думал, нужно или не нужно. Скорее всего, мы найдем ключ того замка, где находится сундук. Давайте попробуем. Так, хорошо, здесь мне нужно спрятаться. Здесь лабиринт с многими местами, куда можно пройти. То есть здесь так, именно так замечают. И заметьте, что я двигаться не могу, когда меня заметили. Скорее всего, тут есть временный тайминг, который я могу пробежать быстро. Ага. Так, смысл у меня заметил. Я ж нормально пробежал. Да, понятное дело, что я сейчас засниму, это потом оставлю на потом, именно где тот был момент с... Надо иди быстрее. Какого черта? Вот как он меня видит? Понимаете, дело в том, что здесь иначе никак не пробежать. А у меня только вот такой вариант, это пробежать именно так. Здесь хорошо, что выйдя из комнаты, идя в комнату, сбрасывается вот эта херня. Я в тени был. Вспомните тогда, когда я был в тени, они даже на меня не ахрились, не нападали. Странно. Ладно. Ладно. Не, можно поверху как бы пойти, но здесь тоже такой момент немножечко странный. Блин, ну все, я тайминг потерял, в принципе, сейчас будет немного жопа. Хотя нет, ладно, нормально. У-у-у, вон оно как. Одна из тюрем камер открылась. Готово. Теперь мне нужно по-тихому как-то отсюда избежать, так я понимаю? Ну, сбежать будет, по идее, немножко легче. Или фиг его знает. Ну да, типа то же самое, сбегаем. Блин, нужно было побежать сейчас. Ай-яй-яй. Ну, я просрал момент. Хотя... Хотя мы можем посмотреть... Да, все, открылось. И здесь у нас... Да, я, в принципе, так и ждал. Ладненько, давайте тогда мы продолжим с вами в том моменте, где я выбрался уже с города. Поэтому... Адиос. Это хер, короче, у меня забрал теперь не 500 монет, а 540. То есть, по-любому, мы все деньги теряем, которые у нас есть. Бля, я ж сахар не купил. Ладно. А знаете, вот этот поезд для детей, он оказывается разный. То есть, они в разные места прячутся. И в одном и том же. Так, ребята, и, в принципе, на этом вот мы с вами и закончили, да? Поэтому, ладно, полетели из города и смотреть, что у нас тут вообще есть.
Так, давайте сразу на ферму. Здесь немного поизучаем. Здесь я помню, что я нашел. То, что я здесь найду, это довольно очень полезный предмет, если быть честным. Добро пожаловать. Ты пришел на охоту за сокровищами? Да. Это просто. Ты можешь вырубить до 4 кусов за выбор. Мое сокровище спрятано под одним из них. Да, и еще цена за вырубку 10 золотых. На это может не обращать внимания. Начнем. Нам нужно рубить... Надеюсь, тут тоже не рандомится. Как с детьми. Если тут тоже рандомится, то жопа. Я тогда здесь нашел сокровище. Все, да. Как ты нашел мое сокровище? Как? Ладно, это тебе. Вы нашли рощу руду. Орикинова. На самом деле, я не знаю, какая здесь подсказка вообще нахождение. Я просто тогда вырубывал всю траву, которая здесь была, и нашел ее. Так, теперь мы с вами отправляемся вот сюда. Кузница Гельница. Здесь нам нужно... Опа, сейчас это сломаем. Здесь есть пасхалочка, и здесь есть то, что нам нужно. Так, сразу. Блин, урны нужно ломать, потому что там что-то бывает ценное валяется. И здесь у нас, ребята, верстак из Майнкрафта. Но на самом деле это было ожидаемо, потому что это типа пещера. А что у нас может быть пещерой? Только это. Так, здесь у нас тоже орикиновая руда. Она нам пригодится для того, чтобы скрафтить шмотки. Можно скрафтить шмотки, такие как пояс. Ты потратил свое время, потревожишь меня. Так как я не продаю оружие, понимаешь, я создаю только самое исключительное оружие. Но такое вооружение можно создать лишь из орикиновой руды. Ты нарыл орикиновую руду? О, давай я выкопаю тебе из нее что-нибудь. Что ты хотел бы получить? Так, смотрите, есть орикиновый пояс, орикиновые сапоги, орикиновый меч и орикиновые доспехи. Скорее всего, они ни на что не влияют, поэтому я сделал тогда меч. И сделаю сейчас его тоже. Ты хочешь, чтобы я выковал ориковый меч? Для этого придется мне потратить 4 кусочка орикиновой руды. Согласен? Да, согласен. Начнем. Для создания пояса нужно 2 ориковые... Орикиновые вот эти херни, руды. Мне кажется, мы сейчас к нему вернемся. Готово. Приквый меч. Лучший меч вы не найдете без... Так. Довольно отличная работа, если можно себя хвалить. Возвращайся ко мне, если тебе надо будет сковать еще что-нибудь. Смотрите, здесь, в принципе, есть меч, но я не знаю, ссылочка это кому-то или чему-то или нет. Но я на самом деле не помню, к чему эта ссылка может быть. Но меч знакомый. Так, дальше я отправился в лес, и в лесу я закончил. Здесь есть еще вот такое вот место, но тут ничего такого нет. Вы случайно ничего не знаете об ужасном пирате Робертсоне? Пока что империя занята воинами с демонами. Но рано или поздно мы его поймаем. И он заплатит за свое злодеяние. Если бы мы только знали, как он выглядит. А мы тоже не знаем, как он выглядит. Какие-то пираты обосновались на соседнем острове. Должно быть классно быть пиратом. Бороздить моря, путешествовать туда-сюда. Куда направит ветер? Ох, если бы я был бы несколько лет моложе. Я мечтаю, чтобы мой прекрасный принц однажды приедет на белом коне и заберет меня. Ты слышим не он? Глядя на ее лицо, я бы не думал, что Шимики тот самый. Главное, блин, больше так не обсираться, чтобы игру заново не перепроходить, это потому что жопа. Ладненько, погнали тогда отсюда. Здесь еще есть одно место, куда мы можем зайти перед лесом тем темным. Кажется, это ветряной пик называется. Ветряная долина. Вот тоже в ветряной долине, но, блин, фигня в том, что здесь ничего нету. Понимаете?
И я не шарю здесь ни врагов, ни проходов куда-либо. Здесь просто такое вот местечко. И все. Я думал, может здесь секретные какие-то проходы, но нет. Здесь этого тоже нету. Ладно, тогда идемте по миссии, так сказать. Это вот сюда. Майнский мост. Так, как мы помним, Майнский мост был у нас с вами весь захвачен. Империя разместила войска на вражеской территории, поэтому гражданское дальше нельзя. Простите, но сейчас никому не разрешено переходить мост. Равнины Дагурлада, Демония, через три прохода, город Женова, это сзади. Здесь, короче, нам нужно взять этого мужичка и заюзать на эту скалу. Осторожно! Булыжник сейчас упадет сюда. Быстрее, Шимки. Нужно пересечь этот мост. Готово. Таксик. Дальше у нас долина. Белка. Да, ну, меч, скорее всего, хороший, не знаю, но просто на нем не написано, какой урон и все в таком духе. По идее, я могу здесь просто пройти. А, у меня ж лодки все равно нету. Забейте. Если так, забейте. Если мне дадут лодку для перемещения по воде, мы с вами отправимся в путешествие, а не по сюжету. Призрачный лес. От этого места у меня мурашки по коже. Не хотела бы я провести здесь свой отпуск. Мы называем его Призрачный лес. Призрачный? Я ненавижу призраков. А разве вы не знаете, что призраков не существует, мисс Фина? Вы это слышали? Ошибки, защити меня. Дискриминатор, защити нас. Так, 6 призраков. Хе-хе-хе-хе-хе. Вам здесь не рады, господин Джатай приказал не пропускать вас. Возвращайтесь или умрете. А призраки, знаете, немного похожи тоже из Марио. Давайте вернемся. Должен быть другой путь до лагеря моего отца. По крайней мере, я на это надеюсь. Ни за что. Во-первых, это призраки... Так, на вид не такие уж и крепкие. А во-вторых, Шимики, я очень... Спешим домой. Так, ты со мной, Шимики? Идем дальше? Да. Ну... После тебя в таком случае. Хе-хе. Мне кажется, что мы только что нашли его слабое место, Шимики. Так, окей, у нас, короче, стрёмный лес. Вот на нем я и застрял, я не смог пройти. Для прохождения нам нужно найти и одолеть призраков. Но дело в том, что призраков я только нашел 5. Последнего я не смог найти. Тут вот зомбаки есть такие жесткие. Почему-то настолько жесткие. Для активации призраков нам нужно искать специальные камушки. Я не знаю, может здесь где-то есть тропинки секреты, которые я просто не заметил. Да, здесь самые жесткие зомби. Да. По ХП. Вон, тот здоровяк, но он на первые минуты дружеский, наверное. То, что он меня типа не трогал. Когда я с ним разговаривал. Вот, допустим, первый столб. Мы его бьем, и появляется призрак. Хе-хе-хе-хе. Вам ни за что отсюда не уйти.
Так, идем просто вперед. Собираем деньги, нам нужны деньги. У меня их уже 900 сейчас будет, монеточек. Но, кто знает, может больше пригодится потом тоже. Убит. Так, и сюда есть проход. Его еще найти надо. Готово. Так, давайте вспоминать, как я туда... А, вот как я котел. Здесь по вот этому невидимому проходу нужно сюда пройти. Так, вниз. Так, здесь дурной глаз. И сюда, тут призрак. Последний. Потом мы возвращаемся обратно, как сюда шли. И по пути мы еще заберем с вами этот сундук. Так, вниз. Дело в том, что я не вижу, куда мне идти. Так, железная шишка. Вот представьте, если я вот эту локацию вам не показал. Ну, вот что это было бы. Это было бы плохо. Это было бы плохо. Да, зомби, они какие-то много хпшные. Вот тут опушка леса. Вот когда я на опушку леса пошел, я там и застрял. Ай. И ладно, поймите, что... Ну, сейчас я пойду, приду сюда, да, в мобиле. А, здесь нужно, короче, все активировать. Для этого мне нужен здоровяк. Все, мы создаем призраков плюс этих. Так, ставим сюда и бьем. Все, готово. Мы одолели призрака. У меня все равно сложности возникли. Так, левел ап, нужно запоминать, как бьет враг, чтобы он потом не тупанет именно вот эти растения. Ау. Так, следующий призрак. Так, и пуля. А, вот где проход здесь был, оказывается. Вот из-за него я не мог пройти. Так, а что мне делать с водой получается? Мне нужно перекрыть воду. О-о-о. Так, давайте я сейчас вернусь сначала к этому мошечку. Поговорю, потом пойдем за призраками. А там, короче, если пойти туда, наверх. А, давайте сейчас всех этих одолею. И покажу, в принципе. И, в принципе, покажу. Вы, чужаки, которые посмели вторгнуться в мой лес. Этот лес принадлежит королю демонии. Хоть он и находится недалеко от империи, но это все равно наша территория. Люди, демоны, все вы одинаковые. Вы даже друг друга убиваете. Этот лес мой, потому что я и мои друзья-призраки живут здесь. Эти призраки твои друзья? Да, абсолютно верно. Они развлекают меня в любое время. Звучит так, как будто они твои слуги, а не настоящие друзья. Настоящие друзья? Да что вы об этом вообще знаете, людишки? Если вы считаете себя особенными... Люди... Тогда найдите моих призраков.
вы не выйдете из этого леса, пока не найдете их. Г-г-г-г-га. Вам осталось найти еще одного. Бедный хранитель. Он не знает, что такое иметь друзей. Должен признаться, мне не нравится это место. А, так, короче, о чем он говорит именно, что почему я отсюда не выберусь? Как раз я сейчас вам покажу этот момент, где я застрял. Я не мог найти вот ту последнюю, где сейчас на водоеме могила находится. А, дело в том, что если подняться сюда и пройти сюда, куда бы мы ни пошли, влево, вправо, нас просто телепортируют обратно. И призраки нас не отпускают. Вот поэтому нам нужно двигаться туда, как я теперь понял, и одолеть последнего призрака. Но здесь не будет этого момента, как в первой части, как помните, мы сражались со всеми врагами, как будто в покемон. Ну, типа стратежки. Так, мы открыли проход, нужно, походу, поднять под земли ее. Сейчас узнаем. О, прикольно. Типа, теперь здесь воды нету. Хотя, мне кажется, вода потом будет. Ау. Ага. Ау. Фигня в том, что они не ломаются. Я не шарю, куда мне идти. Да ёлки-палки. Вот это... Лошечная. Бля, походу я теперь разбила все это место. Ну, поплыли. А, теперь я понял, почему это место. Да, теперь я эти хотя бы ваншочу. А тогда мне нужно было 3 удара делать. Да, я улучшил меч, насколько это возможно. Но стрелков я все равно победить не могу. Так, поднимаемся вверх, главное не трогать шипы, чтобы меня хоть так не коцало. Звезда. Зеленая жижа. А за жижей я тоже еще пока что не шарю. Для чего они вообще нужны? Походу, для чего тогда и нужны. Ну, погнали. Ой. Поехали. Готово. Теперь мне, походу, нужно либо вернуться к тому челику, либо... пройти там как раз, где меня не пропускали призраки. Ой. Ау. Ладно, сейчас поговорим с ним, он, скорее всего, будет с нами сражаться, да? Если вы считаете себя особенными людьми, тогда найдите моих призраков. Так. Вы не выйдете из этого леса, пока не найдете их. Ха-ха-ха. Что? Вы нашли всех моих призраков? Тогда, как я и обещал, я позволю вам покинуть лес. Но, с кем мне теперь играть? Убирайтесь и больше не возвращайтесь сюда. Он будет здесь совсем один. Как же это тоскливо. Давай продолжим путешествие. Декстерминатор. Лагерь моего отца совсем близко. Настоящий друг. Уходи и никогда больше не возвращайся. Джетая.
Блин, я там... Ну, блин, мы его оставили без друзей, получается. Да, не так. По факту он сам виноват. Ой. Ладно. Одолею слизняков и пойду далее. Ну, шапнусь. Пол хпшки не хватило. Ладно. Давайте сначала влево. О-о-о. Звезда? Нет, руда. Найс. Так, ну вам, в принципе, только сюда. Лагерь демонов. Смотри. Люди, как они нашли наш лагерь? Быстро взять их и... Так, мы не можем позволить им уйти. Подождите. Лорд Менес? Вы живы? Король думает, что вы... Так, что вам пришел конец, когда вас захватил чародей. Эти люди помогли мне сбежать из Дженома. Они мои гости. Не причиняйте им вреда. Люди помогли вам? Верите или нет, они мне помогли. Отведите меня к отцу. Я должен немедленно с ним поговорить. И сообщить моему сыну, что я вернулся. Да, лорд Менес. Лорд Менес? Объясняю все по... Так, объясню все потом. Я должен увидеть отца, пока еще не слишком поздно. Спасибо еще раз за помощь. Ну, в принципе, мы можем исследовать город и закончить. Либо я могу закончить сейчас, и тогда мы продолжим с демонами. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.